и после внезапного, но быстрого био-АФК мы продолжаем. Так, программа по отбору идеального кандидата. Ладно, идем дальше, все осматриваем и ищем манекен. Спасибо за срез. Но в данном конкретном случае я ищу совсем не его. Ну что ж, манекен, ты меня хочешь, ты меня получишь. Опять босс? God, the only thing creepier than one mannequin is a few dozen of the damn things. Ну, за ресурсы спасибо, конечно. Bright Falls. Дополнение. В ходе проведенного бюро расследования была найдена Элис Уэйк, жена господина Уэйка. Отлично, она жива. Ее опросили и обследовали. У нее наблюдались признаки тяжелой психической травмы в виде потери памяти. А позже ее направили на лечение. Очевидно, она попала в зону соприкосновения во время ее проявления. Среди видных лиц, числящихся пропавшими после инцидента в Bright Falls, следует отметить спецагента ФБР Роберта Найтингейла и доктора Эмиля Хартмана. Исследователи бюро считают, что это событие стало результатом принудительного восприятия субъективной реальности, вызванного господином Уэйком, наложившегося на наше собственное. Уэйк был отмечен в качестве потенциального параутилита. Для более подробной информации, бла-бла-бла-бла. В 2011 году издательство «Иносказание» Нью-Йорк и Олимпия выпустило книгу «Файлы Алана Уэйка». Агенты опросили ее автора Клея Стюарта и предложили у него незначительную параутилитарную чувствительность. Он был помещен под бессрочное наблюдение. Примечание. На озере Колдрон была организована мониторинговая станция для оповещения бюро о любой будущей деятельности. Вау. Интересно, Алан хоть живой? Или все? Как говорится... Манекены. Хорошо, что я не боюсь манекенов. Писи. Любопытно. Же от меня-то хотят, по сути. Я понял. Тут я везде был, получается. Is this what Dylan wanted me to see? Ну или почти. It doesn't matter. We need to find that projector. Хорошо, с тобой мы разберемся обязательно. Для начала надо понять, как мне разобраться с этим манекеном. Мне нужно каким-то макаром найти настоящего.
отличная. Просто отличная задача. Вот только этим я всегда хотел заниматься. Искать настоящего манекена. Вот тут идея не сработала. С тем, что я подумал, что он тут заныкался. Ну, в принципе, если бы это было так, было бы интересно. Но, увы. Обломали меня с этим вариантом. Так, ну а если серьезно? Манекен, где же ты? Найти и изолировать. Ладно, не важно. Прежде чем мы этим займемся, давайте посмотрим, что же мы. Что же мы. Ага. Значит, за нами бюро все-таки следило, но не стало нас забирать к себе. А просто наблюдало. Все это время. Одежда кандидата. Отслеживание передвижений Джесси Фейдена. Я понял. В общем, один сплошной зодиакальный звездец. All the times I felt paranoid, I was right. The Bureau could have given me the answers, but they just stood by and watched me. Да, сволочи еще те. We used to play there all the time. Me and Dylan. And other kids as well. We loved it. This time, I remember, was different. We found a way in, deeper into it, like it had shifted. We went inside, and that's where we found the slide projector. A dump is a place for lost things, things that have been thrown away. Did you ever feel that way when you were growing up, Jesse? What? No. Yes, but that has nothing to do with... Was there a slide projector at your home when you were small? No. Those were before your time, I suppose. But your family did look at photos together, maybe. In one form or the other? Maybe. When was this? Can you remember? At parties? Barbecues? How did it make you feel? Did your parents ever show pictures that embarrassed you? Was alcohol ever involved at these parties? Did your parents drink? Did that make you uncomfortable? No. That's just stupid. Come on. That has nothing to do with this. Nothing. The slide projector, let me ask you this. As a child, did you ever fantasize about worlds inside pictures? Inside a painting? You know, stepping into a painting, into a hidden world, escaping and finding adventure there, away from your parents. I don't...
so I don't remember. Maybe. I don't know. Ужас. Тоже мне психиатр, блин. Так, за ресурсы, конечно, спасибо. Но, блин, реально, что мне делать с манекеном, а? Так, сюда я проходить пока не хочу. Там, я так понимаю, у нас идет тупо сюжет. А мы так еще с манекеном не разобрались. Чтоб его. Я абсолютно не понимаю, что мне надо сделать. Если найти настоящего, то, блин, ну... Я уже мимо них прошел столько раз. Да. Так, коллекционные предметы, мультимедиа. Давайте-ка... Сейчас. А, ну да, только что ж мы читали. Ага. Так, может тут что-то будет с манекеном этим связано? Манекен. Тут не указано, как с ним работать. Поэтому давайте, я думаю, поступим немножко по-другому. Ну, все оказалось не так сложно. Но не факт, что это тот манекен, который нам нужен. Серьезно. Так просто. А я-то уж подумал. Ты всего лишь буквально секунд 30 ушло после того, как я прервал запись, думаю, искать этот манекен. А все так быстро. Аж как-то не по себе стало от всего этого. Ладно, ну и прежде чем мы продолжим, соответственно, наши приключения. По всему этому беспределу. Давайте-ка отчитаемся. Получим наши очки способности и улучшим себе все, что сможем, и пойдем дальше. Вход паноптикум. Вот сюда. Ну вот, таким макаром мы совсем быстро разобрались. Так, игра, не пугай меня. Загрузись, пожалуйста. Окей. Главное не бояться. Просто сидеть и ждать. Пока что-то так не произойдет. I have a cat to feed. Every altered item on your list is now back in the Panopticon, safe and sound. That's a load off my mind. Missing altered items don't exactly reflect well on me, you know. Did they give you any trouble? The flamingo pulled me into the astral plane just like the fridge did. That same creature was there. Hmm. I was looking over the old activity reports. And multiple items had been displaying much more destructive behavior in the past few weeks. There's some connection there, I bet, but that's a bit above my pay grade. Hmm. Something to keep an eye on. And if I have any more runaways, I'll know just who to call. I guess this is my life now. 3 очка способности, спасибо. I'll see you later, Langston. Больше мне... I'll be here. Мне предлагают искать. Ну и хорошо. Так, что у нас у меня по миссиям остается? Так. А, точно, я же еще сам себе геморрой на свою взял. Так что придется вместо того, чтобы идти сейчас по сюжету, его выполнить. Манекен, порядок действий. Способ блокирования измененного предмета неизвестен. Обновление. Облицовка камеры недавно открытым черным камнем дало положительный результат. Следует протестировать этот способ на других измененных предметах. Описание. Манекен из ткани, натянуты на проволочный каркас. Основание и голова изготовлены из мореного дерева.
предмет создает свои копии. Каким образом активируется эта способность, установить не удалось. Также не удалось установить, от чего зависит количество создаваемых за каждую активацию дубликатов, а также продолжительность их существования перед исчезновением. Ясно, это все, да? Угу. Ну что ж. Способности 4. Так, ну соответственно, как я и сказал, до конца делаем левитацию. Ну а теперь можно вкачивать все остальное. Так, и куда мне нужно? В исследование. Так, секундочку. Обнаружить зеркало в лаборатории синхронности. Исследование, тестирование зеркала. Но... Ага, лаборатория синхронности. Синхронности же? Обнаружить зеркало в лаборатории синхронности. Исследование, тестирование зеркала. Ну что-то я такого не вижу тут. Или я что-то уже опять... Ну хорошо, ритуальный отдел. Из ритуального отдела заглянем в лабораторию. Ну посмотрим, так ли это. Сейчас, наверное, будем сами с собой сражаться. Это, конечно, не точно, но, думаю, все к этому идет. Это ж надо взял так вот всего лишь записку почитать, а в итоге дополнительное задание себе забасал. Ой-ой-ой. Когда мы уже по сюжету двинемся? По чуть-чуть, так мелкими шажками только мы пойдем. Тут же вновь непонятные приключения для себя найдем. Так, лаборатория... Здесь. Ну. Тестировать зеркало. Ну, где же это зеркало? Кто мне скажет? Обнаружить зеркало в лаборатории синхронности. Еще и обнаружить надо. Исследование, тестирование зеркала. Ага. Why they keep an altered item here? Есть такая чуйка, что я попал. Debrief for Mirror Excursion 7C. Subject is Agent Hardy. Hardy spent approximately 3 hours in the mirror. It's the longest time on record. Can you describe your experience inside, Agent Hardy? Agent Hardy is physically healthy. All tests have come back clean. Yet the speech issue has persisted for hours. Calm down, Agent. It could be psychosomatic, but the fact that this only occurred after returning from the mirror makes a paranatural explanation more likely. I recommend a battery of tests and a class orange quarantine. Ясно. Отражение измененных предметов. Данное предположение должно окончательно определить точный характер отраженного пространства внутри измененного предмета. А является ли оно трансплакостным, психологически сформированным или укорененным? Ладно. В нашем собственном изменении. Каким образом измененный предмет знает пространство вокруг себя достаточно хорошо, чтобы отражать его? Почему он отражает одни материалы, но не отражает другие? Является ли пространство параллельно реальностью? Если это так, то мы должны учитывать то, что хотя мы и обладаем этим физическим концом зеркала, кто-то другой владеет другим.
Для каких целей он может его использовать? Может ли он пройти через него в наш мир? Каковы его мотивы? И, наконец, с какой целью измененный предмет вызывает размышления людей, которые в него входят? Смогут ли эти отражения сущности покинуть измененный предмет? И как со всеми этими измененными предметами мы должны попытаться определить, является ли данное поведение... Так, ё-моё. Любопытно. И долго мне так смотреть, пока что-то на нас не выскочит. А, нет, окей. Допустим. Хранение зеркала. АИ-60 зеркало не отражает свое окружение с идеальной точностью. Окружение, видимое в его стекле, имеет небольшие различия. Неизвестно, почему зеркало это делает, если есть тогда это нечто, что мы не можем понять. Согласно популярной теории, зеркало стремится отражать мир таким, каким оно его видит, тонко подменяя нашу реальность своей собственной. Хотя эта теория и безусловно надуманная, стоит взять на заметку, что зеркало не стоит недооценивать. Для предотвращения доступа с нашей стороны или со стороны зеркала были установлены специальные панели из черного камня. А в целях дополнительной безопасности требуется специальное расположение панелей, чтобы можно было открыть дверь. Ага, вот это мы сейчас будем страдать этой фигней, чтобы открыть, да? Сейчас впустим нечто в наш мир. И будет нам всем полный кибастуз. Самое главное, как открыть вот эту главную дверь. Looks like there's a mirror in there. Ты только сейчас это заметила? А, может, тут есть подсказка? Или мне кажется? Наверное, эти две камеры отражают ту самую подсказку, которая обозначает, как именно я должен все это дело опустить, дабы иметь возможность проникнуть в это зеркало. Если я правильно все сделаю, то, соответственно, зеркало будет мне доступно. The shutters in the image look different. Да вот и я о том же. Так, это получается, чтобы было все открыто, нужно, чтобы две были закрыты и одна дальняя открыта. И чтобы открыта была... Вот, ага. Сейчас, это получается с какой из сторон? Это получается, если я захожу сюда, значит слева. Слева это должна быть открыта, а эти две закрыты. Это, конечно, не точно, но... What am I missing? Так, а здесь... С правой стороны две открыты и одна закрыта. Вот это.
Здесь я две закрыл. И одну самую дальнюю открыл. Все ж правильно. Ну, по факту, да. Так, а здесь получается, если я захожу с правой стороны. Две открыты и одна закрыта. Ну, по идее, все правильно. Две закрыты. Одна открыта. Одна закрыта. Вот и на. Очередная головоломка. Или может наоборот сделать. Допустим, если это лево, то пускай будет справа. Да, может наоборот надо справа сделать. Справа закрыть ближе. Закрыть эти. What do these shutters do? И открыть эту. А здесь это. What a weird way to lock something up. Да. Как говорится, все элементарно и просто. Отзеркаливание. Право-лево, лево-право. Угу. Ой, ну что ж. Wait, that didn't sound right. Yeah, that's not good. Да. Наша речь инвертирована, или что-то в этом роде. О, нет. Подсказка. Так, ладно, с этим мы разберемся. Для чего мы вообще здесь? You need to listen. I saw something in there. There is something inside. You need to lock down the mirror. Why are you talking like that? What's wrong with you, all of you? There's something in that fucking mirror. Ясно. То есть оно действует во все стороны. Вот это я называю интересный поворот. Так, ну допустим. А в чем связь той самой головоломки? Я пока не въеду. Вот это вот как... Что мне нужно собрать? Вот это большое? Тем более, это все еще, это ж мир наоборот. То есть вот эти стороны заполнить. И с правой стороны, наверное, сделать.
Ладно, пока непонятно, для чего это нам нужно. Давайте сначала выполним нашу основную задачу. Решать эти головоломки. Мне уже немножко поднадоело. Вроде бы это пространство нам не вредит, ну прям уж сильно. Но тонкий намек на то, что тут сейчас что-то. Did you see that? Someone's in there. Hurry, Nino, Monsieur. Whoa. Anyone can understand that. Так, дело перестает принимать хороший оборот. Так, сюда нам нельзя. Дальше зеркало информацию, как я понял, не отражает. Но зачем я здесь? Исследовать зеркало. Ну, допустим, я нашел то, что я нашел. И зачем я это нашел? Для того, чтобы, например, вот это сделать. Раз, два, три, четыре. И налево. От меня это хотят? Ну, судя по подсказкам, наверное, да. Но опять же, это не точно. Здравствуйте. That's not good. По-любому сейчас будем сами с собой сражаться, но это же очевидно. Почему я не могу ускорение сделать? А, ну да, у меня же закончилось это, я понял. Всегда на таких боссах, да вообще на любых боссах, я теряю свою концентрацию. Come on.
сделал. Я жив. That better be all of them. Так. That explains why they locked this mirror up. Фух, еще чуть-чуть, и я бы все-таки бы помер. Но я справился. Уничтожили самого себя. Мы молодцы. Фух. Так. Ну а теперь насчет вот этого. Попробую сейчас решить эту головоломку. Получится, хорошо, не получится, ну уж извиняйте. Подожди, зеркало, подожди. Или может быть оно вообще все капитально сделано, то есть еще... А, наверное, еще и вот... А, точно, наверх. Ага. Тихо. То есть все должно быть внизу. Тут ничего не должно быть. Ох, вот это зеркало бесится от того, что я его победил. Все равно не так тебе. Да иди ты нафиг, головоломка, серьезно. Ну это я заполнил. Заполнил. И в левую, и в правую сторону делал. Хотя не... А, стоп, а может оно наверх делается? О! Серьезно? Да. Ну, допустим. Так, зеркало, извини, да, я немножко... Прости, зеркало, но я должен. Зеркало очищено. Фух. 4 очка способности. Ну, неплохо. Не зря старались. Но теперь-то мы можем по сюжету пойти. Аллилуйя. Фух. Джесси возвращается в центральный отдел, чтобы воссоединиться со своим братом. Измененный Исом и Дилан велит Джесси найти программу по отбору идеального кандидата в секторе содержания, чтобы узнать ужасную правду о бюро. Джесси соглашается, но, по правде говоря, планирует отправиться туда в поисках Диапротектора, предмета силы, который, со слов Дилана, является причиной вторжения Иисов. В программе по отбору идеального кандидата Джесси обнаруживает то, что бюро следило за ней с момента событий в Ординариуме, рассматривая ее в качестве кандидата на должность директора. Все, теперь эту лабораторию можно смело покидать.
Сейчас мы себя улучшим. О, нет. Кто бы сомневался. Кто просто так нас отсюда отпустит? Хрен нас два. Опять в спину бьется, сволочи. Еще хотим? Я так и думал. Так, стопэ. Что-то я перелетел. Так, способности 5. Итак. Ну что ж, качаем рукопашку. Хоть она нам не нужна, но качаем. Захват качаем. Так, астраль. Ну давай забацаем тебя. Так, улучшить вращение. Ну давай. Все равно им не пользуюсь, но давай. Не, так, не хватает вот этих вот. А так всего остального хватает. Ну, можно попродавать все, что у меня есть. И в принципе, проблема будет решена. Так, содержание. Ваш, поворотную платформу надо идти. Ну, в принципе, мы туда сейчас и пойдем. Так, отдел логистики, перемещаемся сюда, и, наконец-таки, на этом пока. Фух, передохнем. И давайте же возрадуемся, что следующая серия у нас начнется. Наконец-таки, с сюжета. Фух. Ну, скажите, неплохо мы постарались в этих дополнительных миссиях. В некоторых моментах лажали, в некоторых нет, в некоторых делали все быстро, в некоторых медленно, но... Худо-бедно все прошли. И это главное, что прошли. Вот, вот если бы не прошли, вот это было бы уже обидно и позорно. А так все хорошо. Результат есть результат. Для слепого прохождения вполне себе неплохо. Ну и плюс, если учитывать еще некоторые особенности, но это уже оставим на следующее мгновение.